О, да! О, наконец-то бой! Кайф! Ладушки? Окей, тебя обнаружили. Когда тебя обнаружат, иконка тревоги отобразится рядом с полоской жизни персонажа. Хорошо, пошли. Остерегайся уровня противника. Когда он сложный, он красный. Когда одинаковый, то оранжевый, а зеленый. Круто, я понял, поехали. Да блин, серьезно? Ладно, информация о стойках. Когда враги в определенной стойке, это что-то значит, а сфера что-то об этом говорит и прочая стойковая штука. Ой, да ладно, ага. На агрессивную стойку можно одолеть при помощи К плюс пробел плюс что-то еще. Ага, понятно. А затем разные комбинации для разных штук, которые я все равно не запомню. Давай уже просто продолжим, окей? Ой, да ну... хорошо, синяя полоса, что-то делает, связанное с оглушением, и всякие еще штуки, связанные с продвинутой техникой боя, которые мне определенно не нужно знать прямо сейчас. Давай уже! Пропустить! Да блин, серьезно! Пропустить! Хватит уже! Да кто? Да почти кто так? Просто пропусти это! Хватит! Хватит! Мне пофиг! Мне! Просто! Пофиг! Пропустить! Не вздумай пропустить вот это, то, что я тебе хочу сказать. Если ты смотришь это видео, и тебе нравится оно, и все остальные, которые ты уже посмотрел, подпишитесь, еще не подписался. А если вы подписались и поставили лайк, обязательно посмотрите на закрепленный комментарий. Всех люблю, целую. С вами ваш Капрал Натурал. До новых встреч.